Чтобы мечты сбывались, не переставайте мечтать. Oriflame. Твои мечты – наше вдохновение. Привет, как меня слышно? Видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, кого что. Как у нас обстановка? Угу. Отлично. Приветик всем, рада видеть. Немножко приболевшим голосом, но ничего, тем не менее, тема у нас сегодня интересная. Не хотелось уже отказываться, так сказать, в проведении ее. Ну, приветствуем нас и вас, да, в сильнейшей команде Рунета, и не устанем это повторять, и будем это повторять постоянно, что это действительно одна из сильных, одна из организованных, одна из самых позитивных команд, которая работает в интернете. Вот. И наша миссия действительно помочь людям изменить свою жизнь к лучшему, только помогая другим заработать, да, ты заработаешь сам. Ну и не только заработать, и в принципе это можно обобщить, да, помогая другим, помогаешь и себе. Вот, ну, в той или иной степени, в чем-то, в разных областях. Скажите, у нас есть сегодня новички, которые впервые присутствуют на таких вебинарах 12-часовых, которые проходят у нас каждое воскресенье? Поставьте пятерочки, чтобы мы вас видели, наши отличники. Есть. Приветствуем тогда и новичков. Вы попали в хорошие руки, честно скажу, по себе знаю. Вот. Работа очень простая, но, конечно, как и любая работа, выложитесь на 100%, получите 100% результат. Выложитесь на 20%, получите 20% результат, а то и меньше. Сегодня наша тема очень интересная, вся правда о косметике Oriflame, а также дам рекомендации по некоторым типам кожи. Ну, это если успеем, посмотрим по времени. Вот, потому что, как говорила еще Хелена Рубинштейн, нет некрасивых женщин, есть только ленивые, и она совершенно права. Мы с вами, у нас такая пропасть, такая прорва в знаниях, по уходу за собой, по макияжу, да, то, как правильно нужно краситься, в конце концов, какой макияж нужно, он уместен, неуместен, то есть этих знаний нам никто никогда не давал, нас никто ничему этому не учил, согласны? Вот, и получается методом проб и ошибок, каждый что-то пробуем в магазине, что-то раньше покупалось на рынке даже, я даже такое время помню, вот, то есть декоративная косметика, декор весь, да, и только опытным путем мы могли найти, так сказать, то, что нам подходит, или по рекомендации. Но, в общем, это все скрывалось. Мы это считали прерогативой звезд, да, каких-то там шоу-бизнеса, сериалов, кино и так далее. И казалось, что это недоступно нам, обычному человеку. Времена меняются, время не стоит на месте, это все идет, все течет, все знания выходят наружу. И в конце концов мы пришли к тому на данный момент времени, что сейчас move it on, если вы ходите без макияжа, да, то есть с голым лицом, потому что декоративная косметика несет много функций, мы об этом сегодня заострять не будем, наше внимание. Вот. Я хочу сказать по себе, что те, кто меня не знает, да, что тоже вот пройдя весь путь, так сказать, проб и ошибок, тестируя все на себе и будучи гадким утенком в школе, мне хотелось как бы достичь... ну, скажем так, мастерства, которое можно использовать в быту, да, вот мы знаем, что профессиональный визажист, он может профессиональный макияж делать, да, но у него много кисточек, много масса, так сказать, средств дополнительных, и часто мы даже, смотря на весь этот набор, мы не знаем, для чего та или иная кисточка нам нужна, тем более, ну, ему-то понятно. Вот, и я вот хотела сказать, что профессионал, он не тот, кто сможет с набором из 50 кисточек сделать хороший макияж, а тот, кто даже, как у нас Евгений Зельман, да, может с помощью пальца сотворить гениальный шедевр. Вот, но это тоже профессионализм, к этому приходит. На все нужно время и опыт, конечно же. Вот, но у меня родился такой интерактивный курс, как бы... спустя все мои обучения, это «Создай себя лучше, какой можешь быть». Проводились школы, бьюти-студия у нас была открыта в Днепропетровске, в офлайне. Вот. Ну, в общем, весь этот опыт сейчас перебазировался в интернет. Ну, вот, у нас проходила масса уже вебинаров на эти темы, уже давно работаем с девочками, ну, больше года. Вот, и надеюсь, вся информация, которую мы даем, она реально полезная.
Есть три главных правила профессиональных визажистов. И это вам скажет любой профессиональный визажист. С мировым именем, не с мировым, с местным, так сказать. Вот. Но первое – это хорошая ухоженная кожа. То есть ежедневный, грамотный, правильный уход. Уход за собой, уход за своей кожей. Спасибо большое, Жанночка, информация классная и полезная. Вот, то есть, на какой бы макияж вы красивый не сделали, да, но на неухоженной коже, проблемной коже, какой-то увядающей, ну, в общем, стареющей коже, да, то есть неухоженной, потому что в любом возрасте можно выглядеть ухоженно, дорого и эффектно, и с этим вы уже согласитесь. Вот, то есть любой классный макияж, он, конечно же, не будет таким классным, поэтому правильный ежедневный уход, ежедневный базовый уход, он должен у вас присутствовать всегда, даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой, но умываться, тонизировать кожу, наносить правильный крем по типу кожи, да, по возрасту. И в этом, кстати, нам приходят на помощь, если мы еще теряемся в этом всем, да, наши классные каталоги, вот у меня уже новый каталог. Почему классные? Не устаю на этом акцентировать внимание, потому что здесь все разобрано, не нужно быть грамотным косметологом или визажистом. Так, сейчас про брови ответим. Чтобы понимать, какое средство, декоративное или по уходу, вам подходит для вашего типа кожи или для вашего возраста. Всегда отмечено плюс 40, плюс 50, плюс 25 на любой косметической линейке, которую вы откроете, да, там всегда есть рекомендации. То есть, и поэтому с этим удобно очень работать. Удобно ухаживать за собой, да, и уже вам сразу все рекомендации есть. Второй момент. Качественная косметика. Конечно же, как по уходу, так и декоративно. От нее зависит качество макияжа и его стойкость. Согласны с этим? То есть некачественная косметика создаст эффект мазни какой-то на лице. В общем, ну, не буду как бы ругаться, как бы ругательными словами, да, обрисовывать тот макияж в кавычках, который на себя многие женщины именно мазюкают, вот другим словом не назовешь, вот, но тем не менее, все-таки стойкость макияжа, как бы эффектный вид во многом зависит от качественной косметики, не во многом, а во всем, конечно, еще руки, чтобы были золотые, росли из нужного места. Вот, третий момент, это правильно подобранные цвета. Нужно всегда выбирать выгодные для вас краски. Опытным путем, прикладывая к лицу, мы вот проводились у нас уже индивидуальные онлайн-консультации. Мы с девочками в онлайн-режиме проводили цветовой анализ внешности и разбирали, какие цвета в одежде, в косметике подходят вам больше всего, идеально, подчеркивая, да, освежая, скрывая где-то морщины, уменьшая темные круги. То есть ваши идеальные цвета нужно искать. И не все, что вам нравится, да, может вам подходить. То есть это тоже важный нюанс. Вот, поэтому правильная цветовая гамма – это ключ к вашей эффектности и красоте в любом возрасте. У нас тоже были еще в записи вебинары по цветовому анализу внешности. Всем привет, кто присоединился. Присоединяйтесь пораньше. И вот хочу, и сложно с этим утверждением не согласиться, да, я думаю, что вы тоже с этим согласны, что уверенность женщины во многом и напрямую зависит от ее внешности. А вот уверенность мужчины, она зависит от размера его кошелька. Вот. Нам, женщинам, важно иметь красивый, ухоженный, дорогой внешний вид, выглядеть стильно, да, элегантно. Вот, то есть в каждом возрасте, опять же, повторюсь, что всегда можно подчеркнуть, да, всегда есть что подчеркнуть. Есть что скрыть, конечно же, в любом возрасте, но нужно обращать внимание на достоинства и всегда их подчеркивать. Вот, поэтому мы вот были на экспертной сессии, Надежда Дроздовой встречались, и вот там была женщина, моя землячка с моего города, вот, ну, ей лет за 50, наверное, не знаю точно, и вот мы с ней сидели, она в очках, ну, в принципе, видно, что там стрижка, ну, как-то вот присутствует, но без макияжа абсолютно, никаких бровей там, никаких глаз, даже губной помады нет на лице, но... И в процессе, так сказать, экспертной сессии, там у нас был мастер-класс, то есть все это разбиралось. И она ко мне в какой-то момент поворачивается, говорит, вы знаете, я не пользуюсь даже тушью для ресниц. Говорю, почему? Ну, потому что я решила, что я уже старая, и мне это не нужно.
И знаете, вот у меня такой ступор немножко наступил, потому что я понимаю, что когда женщина уже себя воспринимает такой вот, да, в такой позиции, она себя уже списала. И естественно, вот эта энергетика, которая вокруг нее, вот ее мыслями созданная, да, она будет отталкивать не только близких людей, да, но также и партнеров по бизнесу. А мы с вами лицо компании, мы всегда приглашаем к нам новых партнеров, да, поэтому не нужно себя, так сказать, махать руками и ногами, вот, нужно себя ногой и под попу пинать, наоборот, чтобы всегда стимулировать, всегда делать масочки, сходить к косметологу, в конце концов, если какие-то проблемы уже в домашних условиях не решаются, ну, согласитесь, то есть в наше время реально все это доступно. Да, реально, вот, ну, да, я вижу, что вы обсуждаете фотографию, у кого-то там совсем жесткий комментарий, не дай бог на такой жениться. Ну, я бы не сказала, девочка очень миленькая, очень красивые глаза, да. В принципе, ничего здесь сверхстрашного нет. Ну, без макияжа она вот, ну, никакая немножко. То есть просто не подчеркнутая ее вот красота. И в то же время с макияжем, да, с какой-то вот укладочкой, ну, простой, элементарной, вытянули волосы, да. Но опять же, этого макияжа нужно, ну, добиться, нормально его сделать, то есть не мазню какую-то, а вот и здесь, причем очень хорошо подобранный цвет теней, который подчеркивает именно цвет глаз. Вот, поэтому вытягивают вот эту зелень, бирюзу, да, такой вот очень красивый. Без макияжа мы все никакие. Ну, не соглашусь, там совсем уж никакие. Я тоже без макияжа, мышь серая, обыкновенная, приставь к стенке, которая у меня на заднем фоне, и меня не видно, потому что я нюансный, холодный тип. Вот. Но, тем не менее, муж со мной не развелся. Он знает, что я могу выглядеть и так, и по-разному. Вот. Поэтому дело не... Ну, как бы как воспринимают наши мужья, да, там женился, не женился, это другой момент. А то вот как воспринимают нас окружающие, близкие люди и партнеры по бизнесу, да, это уже другой момент. Они всегда смотрят на внешность, хотим мы того или нет, нас всегда считывают, встречают всегда по одежке, какая бы это обидная пословица ни была, да, все равно встречают по внешнему виду. То есть, ну... Опять же, и у нас часто не бывает второго шанса произвести первое впечатление. Работаем мы в онлайн или в офлайн. В офлайн вообще, ну, в онлайн, вернее, сложнее, да. Вернее, в жизни сложнее, в офлайне. Почему? Потому что когда лично встретился, второго шанса не будет произвести первое впечатление. В онлайне всегда можно фотографию там в фотошопе, да, выбрать какую-то красивую, она будет стоять там полгода-год. А в жизни мы меняемся. Мы то умытые, то не умытые, то накрашенные, то не накрашенные. Вот, поэтому все-таки вот о чем я хочу сказать, не сбрасывайте со счетов декоративную косметику, причем вот тоже, опять же, информация с экспертной сессии Нади Дроздовой, вот европейки, у них больше уход все-таки, вернее, направленность и склонность больше к ежедневному уходу. Они понимают, что они хотят выглядеть через 10, 15, 20, 30 лет ухоженными, красивыми, да, и посмотреть на пенсионеров, ну, европеек пенсионного возраста и на наших, это небо и земля на самом деле, да. У нас уже это реально такие бабушки, махнувшие, опять же, на себя рукой. Внешняя женщина отражает любовь и толщину кошелька ее мужчины. Внешняя женщина отражает любовь к себе в первую очередь. И уважение к себе, чувство собственного достоинства. И неважно, там, любит вас, есть у вас мужчина или нет. Если вы будете выглядеть достойно, то он у вас обязательно появится, поверьте. Вот. О чем я? О том, что у нас в Украине и в России, и в Белоруссии, ну, в общем, в славянских народностях, у нас все-таки быстрее ориентированы люди, женщины в частности, да, на быстрый результат, то есть на декоративную косметику. Поэтому у нас больше ее покупают, у нас больше ее, на нее спрос, чем в Европе. И реально это так. То есть мы всегда хотим выглядеть здесь и сейчас, но часто вот не задумываемся о том, что все-таки важен еще и уход, поэтому обязательно. И как же нам не потеряться в том многообразии, да, что нам предлагает рынок косметики, который мы имеем на сегодняшний день. То есть мы с вами реально ну, не умеем подчас разбираться в том, что нам предлагают магазины, бутики,
сетевые компании, да, фирмы, которые работают в интернете и в жизни, ну, то есть неважно, то есть все, что нам, на нас падает со всех сторон, в этом нужно еще разбираться. И давайте немножко разберемся с вами, вот мы как-то затрагивали эту тему, но очень интересно все-таки тоже повториться, потому что многие уже забыли, кто-то новичок пришел. Смотрите, весь рынок косметики, он делится на три главных сегмента. Первый – это масс-маркет высокого и низкого качества. Второй – это люкс и делюкс, селективная косметика. И третий – это профессиональная косметика, которая используется в салонах косметологами. Причем в каждом салоне это свой какой-то бренд, с которым они, да, повторение мое течение, с которым они работают непосредственно. Заключены договора, сертификаты, косметологи проходят обучение, то есть у них, у этих косметических компаний и так далее. Что такое масс-маркет? Смотрите, здесь, конечно же, разбег цен, ну вы видите, да, это примерная цена в долларах, от 3 до 40 долларов за косметическое средство, то есть очень внушительный такой сегмент на самом деле. И исходя из этого, мы понимаем, что это в принципе все то, чем мы с вами пользуемся. Да? То есть все, что нам попадает, по большому счету, находится в этом ценовом диапазоне. Вот. Тени для бровей, у нас есть набор для коррекции бровей с двух цветов и воска. То есть он есть, классная вещь. Вот. Также, ну вот, ну, отвлекусь на ваш вопрос, мы с девочками в момент онлайн-консультации уже смотрели из того, что у девчонок ей было в косметичке, и мы рисовали уже брови, ну вот не было набора для коррекции бровей, да, мы рисовали из того, из той палитры теней, которая была, и реально можно заменить, ну об этом всем как-то детальнее, можно, в принципе, тоже на индивидуальных уже консультациях поговорить. Итак, масс-маркет. Самый дешевый масс-маркет, вариант его, да, вы можете найти на полках в супермаркетах, рядом с гигиеническими средствами, салфетками, хозяйственным мылом, в переходах в метро, на рынке, сразу не рекомендую вам это все покупать. Вот, обычно самой нижней категории представлены не раскрученные какие-то марки. Это могут быть отечественные, могут быть нет, это может быть импортная косметика, вообще сомнительного очень происхождения, которую, я не знаю, даже обувь, наверное, страшно чистить. Вот. Качество, естественно, как и цена, очень низкое, ингредиенты чаще всего токсичные. То есть здесь мы должны с вами понимать, что, да, типа Ruby Rose, я честно уже не знаю, но вот Ruby Rose, помню, еще по 90-м они когда вышли, это вообще очень низкопробная косметика, я даже ни к какому классу, честно, я лично ее не отношу. Вот, поэтому, потому что действительно там ингредиенты очень токсичные. Все, что может использоваться там в химической промышленности, продукты нефтехимии, в лакокрасочной промышленности, то есть реально это все, ну, жесть на самом деле, наносить на свое лицо. Ну, вот, потому что производные формалина и фенола, да, могут там быть. И это, естественно, будет отравление, токсикация, это проблемы с кожей. Естественно, это все будет всасываться в кровь, в ваш организм. Ну и как бы приводить к определенным побочным эффектам. Ну, естественно, что здесь можно сказать, что масс-маркет низкого качества, после него очень сложно реабилитировать кожу. Реально приходили раньше ко мне клиенты, которые вот пищали, можно сказать, плакали, потому что спасите наше лицо, спасите нашу кожу, уже не знаем, чем пользоваться. Вот, после вот такой вот дешевой косметики. Вот, поэтому для такой косметики дешевой, она производится, конечно, большими очень партиями, для продвижения на рынок идет очень агрессивная реклама, вот, естественно, информация, в которой не соответствует действительности. Значит, вот этот вот масс-маркет, там есть вот как низкого уровня, да, косметика, так и высокого уровня масс-маркет. Ну, масс – это массовость, да, вот ширпотреб его еще называют в народе, то есть товары широкого потребления, то, что доступно, то, что не нужно где-то специально там с кем-то там консультироваться, не знаю, заказывать через интернет, через какие-то края, аптеки и так далее. То есть то, что мы с вами можем позволить себе купить. Пятиэтажные палетки, это все про Ruby Rose, вы сейчас ностальгируете. Вот, так вот, косметика масс-маркет высокого уровня – это уже…
Ну, та косметика, которая по каким-либо причинам не дотягивает до уровня люкс и делюкс, до селективной косметики. Вот, класс повыше, и качество, соответственно, тоже. Она направлена на поддержание нормального состояния кожи, да, совершенно безопасная, ингредиенты используются качественные уже, вот, и косметика, естественно, с претензией на результат. То есть то, что подороже из масс-маркета, да, вот, с точки зрения потребителя, в принципе, обычного, это идеальный продукт. Вот, и, как правило, радует нас относительно доступными ценами, да, и вполне приемлемым дизайном упаковки. То есть нету здесь, конечно, упаковки от кутюр, как в классе Deluxe, к которому мы сейчас дойдем. Но смотрите, представители класса Mass Market высокого класса, ну или Middle Up его еще называют, среднего высокого класса, L'Oréal, Maybelline, Bourjois, Pupa, Nivea, Venus, Лаборатория Garnier, Revlon, Vela, Lakme, Cleven, боже, что тут еще, Oriflame сюда мы относимся тоже, по ценовому, да, поняли позиции, Avon, Lumene, Johnson & Johnson, Faberlic, Vrasha, Dr. Nature, ну, в общем, знакомые нам все торговые марки, да, еще что там рекламируют, Allée, Dove, ну, в общем, это все тоже относится к классу масс-маркет. Косметика класса люкс – это самый дорогой класс косметики. Самый дорогой. Вот профессиональная косметика, которая используется в косметологами, да, в косметологических кабинетах, она тоже дорогая, но ее нету в обычной продаже. Вот косметика класса люкс, она есть, но в специализированных каких-то магазинах, бутиках, да, в большинстве случаев это элитные марки, которые принадлежат домам моды или компаниям, обладающим собственными научными институтами и лабораториями. Сейчас я на этом делаю акцент, потому что дальше мы поговорим еще о нашей с вами компании. Вот, как правило, это косметика для регулярного домашнего использования с претензией на хороший результат. Косметика Deluxe, селективная косметика, это производство чаще всего Швейцария или Франция. Вот, ну а люкс это то, что мы с вами знаем, это то, что находится, упаковывается все в баночки от кутюр, да, дизайнерские всякие варианты. Вот, названия звучат в наших ушах как музыка, потому что это Кристиан Диор, Живанши, Шанель, Элизабет Арден, Эсте Лаудер, Хелена Рубинштейн, да, то есть Герлен, Нина Ричи, Накр, Версаче, Клиник, Шизейда, то есть, в принципе, все то, что мы тоже с вами знаем, но действительно, это вот уже брендовая косметика, конечно же. Но, естественно, настоящая косметика, именно оригинал этой косметики, она очень дорогая. Делюкс, вообще селективная косметика, она тоже очень дорогая. На самом деле в продаже я у нас ее не находила, только в интернет-магазинах, и тот, по-моему, тоже был в России, вот в Украине не нашла. Вот, потому что это клеточная швейцарская косметика, выпускается очень маленькими партиями для избранных. Очень сложно ее достать, она очень дорогая, там может быть от, ну, наверное, 200 уже долларов за баночку, ну, это самое такое какое-то средство, очень маленькое. Вот, она проходит, естественно, клинические испытания, она включает в себя биоактивные комплексы, вплоть до использования клеток эмбриональных тканей, плаценты, то есть, ну, понимаете, о чем я, да, то есть там реально составы такие, стволовые клетки, все туда же, то есть это косметика класса люкс. Ну, примеры даже, вот если я назову вам некоторые марки, может быть, вы и слышали, La Prairie, вернее, Hermeta, The Peace, Mila, потом Valmont и Just. Ну, это то, что вот из таких самых известных. Что касается профессиональной косметики, здесь, ну, тоже есть важные моменты, скажем так, потому что концепция именно данного направления, да, косметических салонов, косметологических, это, как вы считаете, почему человек идет к косметологу? Давайте с вами пообщаемся. Почему, ну вот у вас, вот возьмите себя, да, как вы считаете, в каком случае вы пойдете к косметологу, ну вот, как, что должна быть ситуация? За медицинской помощью, сами не умеют, проблемы с кожей, значит, есть какие-то проблемы с кожей. Да, то есть вам нужно получить быстрый эффект, правильно? То есть ориентирование здесь идет, и вы совершенно правы, когда уже, конечно, довели своим незнанием, невежеством в уходе обычном,
свою кожу до критического состояния. И мы идем к косметологу, чтобы получить быстрый эффект и в то же время реальный результат, правильно? То есть, ну, быстро. Эта косметика, она не продается ни в магазинах, ни в аптеках. Сохранить кожу молодой и красивой до старости. Вот, чтобы сохранить кожу молодой и красивой до старости, нужно как раз ежедневно ухаживать за ней, а не ходить час от часу, когда уже кризис, так сказать, влупил по всем слоям кожи, и бежать уже к косметологу. Вот, конечно же, как правило, к вечеринке помолодеть, да-да-да, вот, то есть быстрый эффект какой-то, да? Как правило, эффект действительно достигается быстро, так как реально профессиональная вот эта вот косметика, она содержит очень большое количество активных ингредиентов, то есть, но здесь активность ингредиентов, она обусловлена именно стимуляцией ваших ресурсов, то есть, ну, разве что, кроме там обкалывания уже гиалуроновой кислотой, да, подтяжки там какие-то, уколы ботокса и так далее. Но все, что, кроме того, что привносятся из них какие-то витаминизированные комплексы, они как раз, ну, их свойство главное – простимулировать внутренние ресурсы вашей кожи. Чем это чревато? Тем, что сейчас вы простимулировали, да, а у вас ваш ресурс кожи, он, допустим, заложен там, ну, на наш средний возраст, пусть на 70-80 лет, да? Вот, так вот, чем больше вы стимулируете свой ресурс, тем быстрее она, и, конечно же, с вашей кожей его быстрее израсходует. То есть существует такое понятие, как эффект отката. Может, встречались с этим, да? То есть сделали, вроде все хорошо, только эффект проходит или перестаешь чем-то пользоваться, сразу морщин больше появляется, да? Сразу эффект вот еще большего старения кожи. Вот. Поэтому вот этот вот эффект отката, он присутствует и здесь. Сейчас, момент. Я тут сижу с большой чашкой чая горячего. В общем, и словом, и в целом, да, пока вы пользуетесь этой косметикой, пока вы посещаете салоны красоты, косметолога, все великолепно, но как только вы прекращаете, кожа начинает быстро очень стареть. Да, кружечка хорошая. Возникает множество сопутствующих проблем. И у вас, чем еще это чревато? Тем, что чем больше вы пользуетесь такими вот услугами, да, стимулируете, 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 истощаете, истощаете, истощаете свой ресурс, тем больше вероятность и больше процент того, что впоследствии вам уже вот такие вот процедуры, они вам не помогут. У вас только, ну, в перспективе это пластическая операция, это подтяжки, это именно уже уколы. Почему? Да потому что стимулировать уже нечего. То есть вы очень быстро израсходуете то, что вам заложила природа. Вот. Поэтому если не ухаживать грамотно за вашей кожей ежедневно, пожизненно, как бы это страшно ни звучало, я тоже когда первый раз услышала это слово, применимо к ухода за кожей, мне как-то стало тоже не по себе, но дважды в день, пожизненно, каждый день, выходной у вас, не выходной, на работу вы, не на работу, вы обязаны, просто вы должны ухаживать, вы должны сохранить, чтобы продлить молодость и красоту вашей кожи, это только ежедневный, грамотный, правильный уход со средствами, которые вам подходят по вашему типу кожи, по сезону, да, что на за окошком, и по, ну, возрасту, естественно. Вот, поэтому кожа тоже кушать любит, естественно. То есть дайте просто ей питание правильное, да, чтобы она строила свои клетки, чтобы она нормально все выводила, чтобы проходили обменные процессы. Вот. Мы понимаем, хотя даже не все еще до конца понимают, но мы тоже этому учим на группах поддержки, да, что и вовнутрь нам нужны витаминки, и, естественно, внешность – это отражение внутреннего нашего здоровья. И как бы там, это тоже, может быть, дико для кого-то не звучит, но тем не менее, мы есть то, что мы едим, все, что мы съели, отражается на внешности. Все наши внутренние проблемы, особенно проблемы с желудочно-кишечным трактом, это все полностью отражение на нашем лице. И все вы понимаете и знаете, да, приходишь к врачу какими-то вопросами, да, он все равно в первую очередь осматривает ваш цвет кожи, ваши белки глаз, да, то есть как вы, ну, синяки там какие-то под глазами, серость, то есть это все тоже врачи учитывают, ну, нормальные врачи. Вот, поэтому это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Всегда нужно ухаживать за собой. Ну, правда, если вы идете к врачу реально, то лучше макияж не делать, потому что, ну, он не оценит ваше состояние здоровья.
Это мы тоже, ну, прикол у нас такой есть на цветовых анализах внешности, когда проводим у нас, ну, поговорка, да, с вашими неподходящими цветами, которые у нас там добавляют желтизны, зеленые, зеленцы такой, тени добавляют, то есть какое-то пятно, лицо такое пятнистое становится. Мы всегда говорим, в такой одежде только к врачу, если нужно справку получить на работу, да. То есть без макияжа одели там что-то не своего цвета, и пошли, справка вам обеспечена 100%, он даже щупать вас не будет и пульс не будет пробовать. Я бы хотела вам сказать, как бы нам с вами стать вот такими вот умножадными. И у нас есть такая возможность. Что это значит? Это значит, что мы можем покупать косметику по цене масс-маркета, но получать качество класса люкс, реально. Я не говорю за делюкс, да, будем реалистами. Но и тем не менее, то есть мы как обезьянки из анекдота, будем с вами умными и красивыми. Вот. Кошка шкребется помогать мне. Вот, то есть в переводе на язык косметики умножадными, это слово, придуманное нашим стилистом-визажистом, у которого мы обучались, московским, Дима Догадаева, ну, реально оно вот подходит, понимаете, оно вроде слух режет, но и тем не менее, умножадность, она здесь только приветствуется, то есть, ну, грамотная умножадность, да. То есть мы можем действительно покупать качество люксовой косметики по цене масс-маркета, и это нам предлагает компания Oriflame. Я сейчас хочу вам поставить одно видео, вернее, на сегодня там несколько будет их, ну, чтобы вы просто понимали. Сначала одно, это касается подделок, то есть касается сегмента масс-маркета, который продается у нас в магазинах, да, в каких-то бутиках и, ну, магазинах широкого такого потребления, именно декоративных средств и косметики по уходу. На территории оборонного предприятия в столичном микрорайоне Тушино нелегальные парфюмеры выпускали около 1 000 000 единиц поддельной продукции в месяц. В грязных ангарах на так называемом оборудовании выходцы из ближайшего зарубежья смешивали жидкое мыло с различными парфюмерными одушками, которые, как показала экспертиза, вызывают кожные заболевания. По предварительным подсчетам, только за год работы подпольный цех принес владельцам более 3 000 000 долларов. По такому же принципу было организовано подпольное производство в одном из институтов Московской области. В его подвалах в жутких антисанитарных условиях несколько десятков нелегальных мигрантов занимались изготовлением парфюмерии, косметики и бытовой химии. Вот в этих грязных ведрах месили кремы для рук и лица. Духи, туалетную воду со звучным французским названием «Лярконсель», то есть «Радуга», разводили в канистрах и пластиковых бутылках, в которых до этого находился бытовой растворитель. А в одних и тех же бетономешалках готовили по очереди то жидкость для мытья унитазов, то детские шампуни, то пену для ванн. Специалисты, проведя экспертизу всей этой так называемой парфюмерно-косметической продукции, пришли в ужас. Такого количества микробов, смертельно опасных бактерий и грибков в шампунях и дезодорантах им еще никогда находить не приходилось. Все рабочие этого цеха задержаны, а организаторы подпольного производства объявлены в розыск. А вот эти духи, туалетная вода, тушь для ресниц и прочие товары пользовались особой популярностью у москвичек и на прилавках не залеживались. Цена невысокая, а сделана во Франции. Так указано на упаковках. На самом деле произведено все это в подмосковных Люберцах, в обычной квартире, в которой жили и трудились выходцы из Средней Азии. В паркетный лак они добавляли цветные чернила. Получался лак для ногтей. Гуталин плюс парфюмерная одушка и спирт. Готова тушь для ресниц. Организовали производство трое иностранцев – граждане Саудовской Аравии, Сирии и Турции.
Как установили оперативники, люберецким товаром не брезговали даже крупные столичные торговые сети, охотно принимая его на реализацию. Коммерческие связи иностранцев сейчас проверяет милиция. Ну как вам? То есть то, что мы даже можем себе позволить купить в обычных магазинах, да, еще не факт, что это реально приехало из той страны, которая там написана. И я понимаю, что это, ну, это ролик снят именно в Подмосковье, да, в России. У нас в Украине точно так же, в Беларуси, я уверена, точно так же. Вот, то есть, и это касается всех средств. Реально еще мне очень нравятся вот эти все разводы, ну, в кавычках, да, то есть разводняк, так сказать, по детским, про всяким продуктам. Особенно детское мыло, детские порошки. Реально, если вы посмотрите состав детского и взрослого, он абсолютно одинаковый. Вот, поэтому здесь вот именно насчет качества. То есть я не говорю, что там что-то плохое совсем уж, да, и, ну, то есть в утрированном таком понимании. Но тем не менее, как бы мы часто попадаем на подделки, даже в обычных аптеках. И мы это с вами тоже как бы понимаем. Сейчас включу презентацию. Смотрите, существует. Почему я говорю, что мы с вами можем быть умножадными? Потому что существует, вы можете тоже сейчас прямо параллельно забивать в интернете, такое, как независимое косметологическое общество. Это организация, которая раз в год проводит свои собственные исследования. Честно, не знаю, на какие средства, но в целом многие заинтересованы в том, чтобы попасть, так сказать, в эти списки. Хотя многие и не заинтересованы, потому что... Почему? Потому что эта организация, она берет самые популярные, самые ходовые какие-то косметические средства, ну, и в уходе, и в декоре, да, самых популярных фирм и марок, и делает анализы по критерию химизации. То есть насколько много химических ингредиентов, да, содержится в той или иной косметике. Ну, естественно, они потом выстраивают список, то есть рейтинги свои, рейтинги натуральности так называемые. Вот, поэтому я вас могу обрадовать, у меня есть такие списки. И что я вам хочу сказать, что по данным их исследований, косметика Oriflame находится на порядок 2, то и 3 выше таких брендов, именно по критерию химизации. То есть там они определяются там, в цифрах, да, коэффициент есть. Так вот, Oriflame выше, чем Lancome, чем Гелофарма, чем Калина Концерн, чем Хелена Рубинштейн, чем Кристиан Диор, чем Нина Ричи, чем Герлен, чем Лореаль. Даже выше, чем Академия Scientifique de Beauté, это Франция. Вы можете себе представить, что вот эти вот все раскрученные марки, да, вот эти все бренды по критерию химизации, по количеству натуральных ингредиентов, они и рядом с нами не валялись. Вот, как бы это так ни звучало. Вот, Макс Фактор. Макс Фактор вообще на последних местах. Девочки, это просто жесть. Несмотря на то, что это действительно там грамотные люди работают, там, ну, профессионалы, да, ну, качество косметики, это просто жесть, реально. Вот, и опять же мы возвращаемся к тому, что, несмотря на то, что тот же Макс Фактор относится к классу люкс, да, но вот эта вот реклама, которая идет очень агрессивная, по телевидению, да, ну как агрессивная, она очень навязчивая, она очень туда вбуханная, много денег, много финансов. И, естественно, мы с вами переплачиваем, если посмотреть на то, как формируется цена, то получается, что в таких вот раскрученных брендах мы где-то 70% переплачиваем только за рекламу, за упаковку, за доставку, то есть себестоимость именно продукта, который туда входит. Ну, она реально очень маленькая. Это говорит о том, что там могут использоваться дешевые ингредиенты, да, то есть какие-то токсические вещества, опять же, производные там формалина, фенола, ну, то есть, вот, поэтому
Не всегда то, что красиво рекламируют, оно соответствует действительности, да, не все то золото, что блестит. Поэтому косметика Oriflame находится на одном уровне по степени химизации с такими брендами. И в Роша, доктор Ирен Эрис, это лечебная косметика, скажем так, это Шанель, это Рок, это наша мама, это тоже натуральная косметика. То есть реально вы можете покупать качество люксовой косметики по цене масс-маркета. И это действительно так. То есть о том, что много подделок и в обычных магазинах, да, присутствует, мы это с вами уже видели. Почему продукция Oriflame – это действительно сочетание мудрости природы с лучшими научными разработками. Более 45-летнего опыта, если мне не изменяет память, это 47 уже, наверное, в области ухода за кожей. Это инновационные продукты высокого качества, всегда по доступным ценам. Мы с вами это сами знаем, да, те, кто еще регистрируется, получают еще большую скидку, много, много подарков, много каких-то акций. Реально это все очень доступно получается. 48 лет в этом году будет, вот, Нин, спасибо. Это широкий ассортимент продукции действительно для всей семьи. И здесь у нас работает правило, принцип «смени магазин», да? То есть все, что вы покупали раньше, не понимая, что вы покупаете в обычных магазинах, вы просто переходите, так сказать, в компанию Oriflame, получаете качество люксовое, да, по доступным очень ценам, потому что я вам хочу сказать, что во времена любого кризиса, времена очень тяжких там перемен каких-то, всегда мы с вами моемся, всегда мы пользуемся мылами, всегда мы, ну, то есть наши минимальные потребности, они сохраняются, согласны? Вот. Я не думаю, что кто-то из вас там моется раз в месяц. Ну, даже если раз в месяц, ну, все равно вам нужен гель для душа, все равно вам нужно мыло. Вот, ассортимент продукции Oriflame очень большой. Я не знаю, более 1000 наименований, это точно. Вот, уход за лицом, декоративная косметика, аксессуары. Причем аксессуары постоянно будут улучшаться, качественнее, все качественнее, качественнее. Это информация из первых рук. Ароматы. Ароматы, причем есть аналоги французских брендовых духов, да. Краски для волос. Не могу сказать, что там полностью отсутствует аммиак. Он есть, это нам говорила и Надя Дроздова. Но он именно для того, чтобы цвет взялся. Абсолютно без аммиачных красок не бывает. Это рекламный ход, если вы где-то увидите. Вот. Но тем не менее, она максимально натуральная, обогащена маслами, максимально ухаживает за волосами. То есть краски очень, у нас, честно, многие довольны. Ну, не скажу, что 100%, да, потому что в любом как бы сегменте можно найти людей, кому что-то не подходит. Ну, к сожалению, как бы мы не все универсальны. Вот. Но тем не менее... В основном все очень довольны цветом, качеством, стойкостью, тем, что не раздражает, тем, что нет аллергии. Реально хорошо. Продукты программы Wellness. Шикарная линейка. У нас много результатов по этой программе. У нас отдельные группы поддержки, и вы все многие знаете об этом. Вот. Но не будем заострять на это внимание. Это здоровье изнутри, это красота изнутри. Да? Уход за телом и волосами. Здесь вообще море, да, всего, открываешь каталог, и в каждом каталоге какие-то новинки, тело, волосы, всякие примочки в виде массажеров, мочалочек, ну, то есть реально всего много, которое можно на подарки смело покупать, да, можно себя побаловать. И, уход за лицом, я уже сказала, уход за лицом, качественная натуральная шведская косметика. И здесь очень важный момент, я хочу обратить ваше внимание, что все, что мы видим на поверхности, да, вот появляется у нас каждый каталог, какие-то новинки, да, и вам хочу сказать, что ассортимент компании, он в течение года обновляется примерно на 20-40%, реально. Мы с вами наблюдаем каждый год, каждый месяц, фактически каждый каталог что-то новенькое. Вот, то есть идет обновление. Вот, поэтому разработка нового продукта, реально нового, она может занять до 6 лет. То есть реально вот этот вот айсберг внизу, который, да, который нам невидимый, это исследование, это тестирование, это разработка формул, да, вот этих вот
ингредиентов, которые можно между собой сочетать, чтобы получить тот или иной эффект там. Ну, реально это очень много, это реально трудоемко. То есть вы, ну, даже не представляете, насколько это затратно, да, насколько это энергоемко в плане ресурсов, как сырья, так и человеческого ресурса мозга. Вот, поэтому каждая серия кремов, она может разрабатываться около 5 лет. Еще 1,5 года проходить сертификацию в 68 странах мира. Это там, где у нас с вами есть Oriflame. И в любую страну поедете, в чем большой плюс работы в интернете, да, что почти 70 стран, где можно себе переехать, жить и работать, и есть СПО всякие. Ну, то есть, как бы мир без границ. Вот здесь я точно могу сказать. Мир без границ, с хорошими доходами, с возможностью путешествовать и не привязки к определенному четкому месту жительства, да. Вот, я сейчас хочу вам поставить еще один ролик, тоже очень интересный, по заводам, ну и дальше еще с вами пройдем. Oriflame Natural Swedish Cosmetics. Компания Oriflame – это именно то, о чем мечтали ее основатели Йонас и Роберт Аф Йокник. Oriflame – одна из первых компаний, занимающихся созданием косметики на основе натуральных компонентов. Многие ингредиенты для нашей косметики получены в Швеции. Однако мы также используем лучшие натуральные компоненты, привезенные со всех уголков мира. Наши принципы основываются на бережном отношении к окружающей среде, безопасности потребителей и сохранении животного мира. Проводя научно-исследовательскую работу, уже более 30 лет мы используем лучшее от природы и науки для создания инновационной высококачественной косметики. В научно-исследовательском институте средств по уходу за кожей наши специалисты занимаются разработкой инновационных средств по уходу за кожей. Мы заинтересованы в поиске новейших активных ингредиентов для создания косметики. Мы ищем растительное сырье по всему миру и получаем из него натуральные экстракты, обладающие новыми, полезными и безопасными для здоровья свойствами. Благодаря новейшим аналитическим методам мы можем определять качество натуральных компонентов, и это дает нам уверенность в том, что мы получили оптимально полезный растительный экстракт. На этапе подтверждения эффективности свойств растительных экстрактов мы проводим биологическое испытание на клетках кожи, культивированных в нашей лаборатории. Отобранные активные компоненты в дальнейшем могут быть использованы для создания опытной формулы нового косметического средства с целью исследования и получения наилучшего эффекта в результате проникновения в кожу. Используя современное техническое оборудование, мы проводим дальнейшие испытания, чтобы увидеть, достигает ли активный компонент клеток и насколько эффективны его предполагаемые полезные свойства. Целью наших исследований является внедрение новых, безопасных, активных ингредиентов, которые смогут поделиться своими полезными свойствами с нашими потребителями. Инновационные разработки являются основной частью работы научно-исследовательского центра Oriflame. Это инвестирование в наше будущее, наши новые продукты и наше направление в работе. Специалисты различных направлений собираются, чтобы обсудить предполагаемое потребительское восприятие продукта, поделиться информацией и новыми идеями. Это улучшает нашу совместную работу и способствует нестандартному мышлению. Мы вносим инновационные идеи в нашу работу. Стенды в нашей лаборатории доказывают, что новые идеи и креативный подход являются неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Мы создаем высококачественные натуральные продукты для ухода за кожей лица, средства для ухода за телом и волосами, декоративную косметику и парфюмерию. Наш практический опыт обеспечивает оптимальное применение технологий и использование ингредиентов. Безвредность косметики Oriflame чрезвычайно важна. Вся продукция проходит тестирование под наблюдением квалифицированного медицинского персонала и в соответствии с европейскими техническими условиями косметического производства. Упаковка создается в соответствии с составом продукта и всегда отвечает требованиям экологической безопасности.
Состав каждого косметического средства проходит тщательное тестирование. Мы применяем такой подход в соответствии с мировыми промышленными стандартами и нашими этическими принципами. Использование современного оборудования и новейших методов тестирования обеспечивает стабильность продукции и быструю доставку. Наша экспериментальная установка позволяет превращать инновационные идеи, разработанные в лаборатории, в полноценную рентабельную продукцию. Мы создаем продукцию мирового класса и затем в максимально быстрые сроки снабжаем ею все наши рынки. В конечном итоге это значит, что мы можем обеспечить вас, наших потребителей, лучшей продукцией. Используя современный комплекс для проведения клинических тестов на коже, мы проверяем эффективность действия активных ингредиентов, входящих в состав нашей продукции. Мы проводим тестирование продуктов согласно их предназначению, начиная от антивозрастных средств и средств против целлюлита и заканчивая солнцезащитными кремами, тушью, помадой и другими косметическими средствами. Пространство для тестирования продукции достаточно обширное. Сюда входят специальные помещения для оценочной экспертизы, включая полнофункциональный парикмахерский салон, где мы проводим тестирование средств для ухода за волосами. Мы даем оценку и определяем качество нашей продукции с помощью реальных людей в реальных условиях и получаем реальный результат. Мы представляем результаты нашей исследовательской работы, используя 2D и 3D системы визуализации. Такой анализ гарантирует безопасность и подлинность нашей продукции. Для обеспечения четкого и последовательного предоставления информации о продуктах в научно-исследовательском центре собраны все специальные данные. Тесное сотрудничество с нашими рынками обеспечивает доставку продукции во все страны мира. Предоставляя специальную информацию о продуктах через все каналы передачи данных, мы доносим до вас результаты работы научно-исследовательского центра. Это позволяет наладить прямую связь с нашими рынками. Я думаю, что впечатляет. Очень познавательно, реально такие вот видеопрезентации, скажем так, о себе компании, да, они очень важны, потому что мы видим реальные условия, в которых это все делается, реальную аппаратуру, которая реально там используется, да, вот, и это, ну, уже как бы убирает много сомнений, может быть, не все, да, может быть, у кого-то там у нас всегда количество сомневающихся, оно всегда будет какой-то там процент. Но тем не менее, то есть мы можем доверять и вполне, и почему же я вот выбрала тут несколько таких, ну, на мой взгляд, очень важных пунктов, почему мы доверяем Oriflame, да, хотя на самом деле там можно список продолжить, и у меня тут, вы не поверите, еще лежит 3 двусторонних листа, которыми можно оперировать, да, в этом плане. Еще хотела сказать по исследованиям. Исследования действительно проводятся. Есть 2 научно-исследовательских центра в Дублине, да, это Ирландия. Вот там вот они все это и проводят, тестируют, как бы разрабатывают. Я вам точно это могу сказать, потому что в частности про Wellness, который я знаю, результаты исследований непосредственно, ну, фактически из первых рук, это то, что тот же астаксантин, да, конкретно проводились исследования на омоложение организма. И там... Через 6 месяцев уменьшалось количество морщин на 53%, ну, чуть больше, чем в 2 раза, да.
То есть вы принимаете, казалось бы, антиоксидант вовнутрь, вроде как оздоровиться, но тем не менее идет процесс омоложения, уменьшение количества морщин. Это реальное исследование, которое было проведено. Вот. У мужчин это повышается физическая там, выносливость, мышечная. Выносливость, да, мышечная масса тоже. Вот. Ну вот смотрите, что непосредственно нас всех радует. То, что в собственности компании 6 заводов: Швеции, России, Польши, Индии, Китая. Часто тоже звучат у наших клиентов нередко вопросы, почему покупаешь вроде шведская натуральная косметика, мы говорим, да, об этом, а страна производства Поланд или Индия, или ну, Китай, я не знаю, не видела много. Ну вот Польша часто встречается, Россия и Швеция. Ну, я вам хочу сказать, что просто Швеция, она очень маленькая страна, и там на все 70 стран сложно произвести такой объем продукта, который потребляем реально мы с вами, да, и наши коллеги, иностранцы. Вот, поэтому, конечно же, для того, чтобы упростить и удешевить как-то продукт за счет доставки, там, перелетов и так далее, перевозок, и все стараются открыть они по месту. И очень большой завод в Ногинске открыт, вот покажу вам потом тоже ролик, вообще потрясающе. Плюс еще с компанией Reflame сотрудничает около 150 заводов различных стран. Но, конечно же, не проверены там сертификатами качества, соответствия, все последние как бы требования современные, да, все, что предъявляет. Есть и Франция среди производителей, отлично. Ну вот это потому, что, ну, там может быть не свой завод, да, а именно то предприятие, тот фабрика, которая сотрудничает именно с компанией Reflame. Вот, в составе продукции Reflame до 70% натуральных компонентов. Это реально много. Ну, честно, это много, очень классно. Натуральная вот эта вот косметика класса Deluxe швейцарская, да, у нее натуральность где-то 90-95%. То есть, ну, это реально, конечно, тоже очень много, вот, но у нас с вами тоже классный показатель. У компании, ну, как я уже сказала, два научно-исследовательских центра в Дублине, да, Институт исследования кожи, что тоже немаловажно. Можете представить, вчитаться только, Институт исследования кожи. То есть все, что нам предлагается в каталогах, прошло тоже апробацию, аттестацию, исследования, разработки, ну, о чем я выше говорила, да, это может занять несколько лет. В отделе продаж очень интересный факт, работает 35 человек различных национальностей. Вот, они все там дополняют друг друга, какие-то фишки, то есть какие-то, это, ну, то есть понимая менталитет той страны, которую они, возможно, представляют, да, то есть очень, вот тоже показатель, казалось бы, да, не только местные, скажем так, работают, но компания международная, она понимает, что нужно учитывать много чего, да. В Ногинске открыт экозавод. Вот не помню, в 13-м, по-моему, году он открыт. Это экозавод, экологический завод, скажем так, да, который создает вот этих вот выбросов вредных в атмосферу на 25% меньше. И в 2014 году компания Reflame получила в Нью-Йорке награду как компания, заботящаяся об окружающей среде. Мы все с вами знаем, у нас на каждом каталоге были раньше и сейчас вот есть гарантии качества, значки, то, что продукция не сертифицируется, не тестируется на животных, да, то есть, ну, вы видели, в принципе, из ролика, только добровольцы, только для тех мест, для чего предназначено именно средство. Типографию, вот мы с вами тоже открываем каталог, да, и там есть странички парфюмированные, которые вот по третьей странице услышите аромат. Так вот эту вот парфюмированную ленту для каталогов привозят из города Грасса, это Франция. Это известное место, где очень известные парфюмеры, чуть ли не самые известные, вот, к ним очень тяжело пробиться на самом деле, и там все очень дорого стоит. Вот, официальный представитель компании Reflame, официальный представитель неделя моды в Москве и Швеции. Я вам хочу сказать, что в Украине представитель Maybelline. Но вот в прошлом году, это тоже информация из первых рук, очень интересно, в прошлом году Maybelline отказывается от проведения недели моды. И как вы думаете, к кому прибежали организаторы? Они прибежали в компанию Reflame. Но получилась такая ситуация, что запуск каталогов, да, он наперед там происходит, на несколько каталогов вперед. То есть они прописываются, пропечатываются, ну и выходят потом, да, потому что мы с вами тоже понимаем, что мы можем на 2-3 каталога вперед посмотреть, что будет там, да.
И компания Reflame, они отказались, руководство как бы местное, да, которое у нас в Украине, они отказались только потому, что поскольку уже будущие каталоги уже запущены, там 5 или 6 наперед, да, и мы как потребители об этом не узнаем, то есть некуда уже добавить, уже все, верстка пошла, уже все напечатано. То есть можете представить, так бы, конечно, уже и мы бы красовались в Украине, что мы как бы представитель официальной недели моды. Вот, поэтому тоже очень было приятно, на самом деле, не знаю, как они там выкрутились, но вот такой вот факт из жизни. Косметика Reflame тестируется на животных, да, проходит 8 стадий проверки. Для сравнения, в России продукты питания проходят всего 3 стадии. Тоже заставляет задуматься, да? Reflame – это единственная компания в мире, которая разрабатывает ароматы для королевской семьи. Они разрабатываются при участии короля Густава и королевы Сильвии. Тоже очень интересно. Мне, например, греет душу. Не знаю, как вам? Вот у нас компания, которая разрабатывает ароматы, не покупает фрагранс готовый где-то, да, не брендов каких-то известных, а именно разрабатывает конкретно, индивидуально. Вот, очень приятно. Reflame владеет собственной фермой в экологически чистом высокогорном районе Ирландии. Греет, конечно же, да. То есть, что это значит? Это то, что максимальное количество наших натуральных ингредиентов, оно выращивается практически все на своих почвах, да, на сертифицированных почвах. Мы часто слышим это слово, ну, от нас, как от тренеров, вы слышите, наверное. Сертифицированные почвы, они могут, ну, вот есть свой участок, да, собственная ферма, а есть заключенные договора с фермерами, у которых вот эта вот почва, она сертифицирована, имеет сертификат качества. Что это значит? То, что фермер туда не вносит никаких пестицидов, гербицидов, никаких вредных удобрений, аммиачных. Ну, то есть максимально все натурально, это может быть только органическое земледелие, да? Вот, для того, чтобы максимально обезопасить сырье, которое там вырастет, от поступления вредных веществ, то есть, которые мы потом будем на кожу наносить. То есть можете себе представить, да? Вот, на производствах компании находятся только автоматизированные линии. Что это значит? Вот здесь как бы такой момент интересный. Меня это тоже, например, ну, скажем так, внушило, в общем-то, доверие. Потому что косметика изготавливается на целиком автоматических линиях без доступа человека в жестких условиях стерильной чистоты и экологического контроля. Естественно, это все управляется очень высококвалифицированными операторами. Если вдруг будет замечено малейшее нарушение стерильности, то линии все останавливаются, и вся продукция снимается с производства. Расследуются, конечно, устраняются причины нарушений. То есть это вот этот вот серьезный подход, о котором мы с вами говорим, да? То есть не просто там 5-6 лет идет разработка продукта, а еще потом, то есть все это контролируется, все это гарантия качества, контроль качества. Еще знаю, что... Вот у нас есть Евгений Зельман, да, вот, у него очень много своей клиентуры в Украине, среди жен политиков, среди звезд, он работает и с «Украина моя талант» у нас, да, и «Крым Мьюзик Фест», по-моему, он там сотрудничал с ними, ну, то есть с массовыми такими проектами, и где участвуют и звезды наши. Так вот, вот. Он работает с косметикой Reflame. И потом, впоследствии, наши же звезды, они переходят на эту косметику, потому что видят эффект, видят качество. Естественно, Женя это все преподносит и грамотно накладывает, конечно же. И они потом впоследствии приобретают, и я вам хочу сказать, они абсолютно не стесняются вытянуть в кругу своих там подруг баночку, на которой написано Reflame. То есть абсолютно, понимаете? То есть мы настолько вышли на, ну, на такой вот высокий уровень качества, доверия, да, технологий. Ну, реально качество вот крутое. Вот по декоративной косметике, с которой я больше работаю, да, вот честно вам скажу, я обучалась и работала с профессиональной косметикой, и со среднепрофессиональной, и с полупрофессиональной, какой хотите. Много различных других компаний пробовала именно декор. Но вот мне Reflame очень нравится. Причем там много ухаживающих компонентов, много в каждом продукте есть какой-то SPF, да, то есть ультрафиолетовый защитный фактор, что тоже немаловажно. Что еще хотелось бы здесь сказать? Ну, в принципе, мы все сказали.
Вот, сейчас включу вам ролик о заводе в Ногинске, и потом дальше продолжим. Он там тоже небольшой, но очень интересно, как бы из первых рук. Просто не все, наверное, доходят к этим роликам. Вот сейчас мы его посмотрим. Здравствуйте, дорогие бизнес-партнеры и сотрудники компании «Орифлейм». Сегодня Йохан Розенберг и я, Юрий Михайлюк, хотели бы рассказать вам о позиции компании по поводу недавних репортажей и публикаций об «Орифлейм» в некоторых средствах массовой информации. «Орифлейм» работает в России почти 20 лет. И мы всегда были успешны, и сейчас мы продолжаем стабильно расти и развиваться вместе с нашими бизнес-партнерами. Мы продолжаем делать крупные инвестиции в наш регион. И мы абсолютно уверены в том, что и в будущем мы вместе с нашими бизнес-партнерами будем успешно и устойчиво расти. 6 марта Вероника Барбингеус, посла Швеции, приняла визит в Совет Федерации России, где обсуждался бизнес-климат в России и инвестиции-компании. Это не секрет, что в последнее время инвестиции уменьшились, и естественно трогалась эта тема. Как один пример провела по поводу компании «Орифлейм», которая делает большие инвестиции, один из самых больших инвесторов шведских и налогоплательщиков. Ni посол Швеции, ni компания «Орифлейм» заявил об уходе «Орифлейм» или других шведских компаний из России. Совсем недавно при участии шведского посла был торжественно открыт отремонтированный офис компании «Орифлейм» на улице Усачева в Москве. Две недели назад торжественно был открыт производственно-складской комплекс «Орифлейм» в подмосковном Ногинске. Это самый крупный и современный комплекс «Орифлейм» в мире. В прошлом году у нас проходила налоговая проверка. Согласно акту этой проверки, мы выплатили полностью штраф в течение 5 рабочих дней. Сейчас этот штраф мы оспариваем в судебном порядке. У нас есть поддержка со стороны уполномоченного по делам предпринимателей при президенте Российской Федерации, со стороны Ассоциации европейского бизнеса и множества экспертов мировых и европейских юридических компаний. Мы будем продолжать добиваться справедливого решения в установленном законом порядке. «Орифлейм» всегда выполняет свои обязательства и обещания. И самый важный из этих – это выплатить вознаграждение. «Орифлейм» всегда выплачивает, выплачивали и будут выплачивать награждение своим консультантам и партнерам и сотрудникам. Мы планируем свои вознаграждения как следует, даже в этом году больше, чем обычно планируется. У нас золотая конференция в Валенсию, у нас менеджерская конференция в Египет, и даже у нас есть единовременные выплаты за новые звания в долларах. Дорогие бизнес-партнеры и сотрудники компании, позвольте заверить вас, что мы и впредь будем радовать вас замечательными каталогами, прекрасной продукцией, отличными предложениями и увлекательными поездками. Мы с Юрой надеемся, что вы получили ответы на ваши вопросы. Спасибо вам огромное за доверие компании «Орифлейм». Ну вот, в общем-то, с этим все понятно. Надеюсь, я вас убедила, что мы можем доверять тому бренду, с которым мы работаем, да? Вот, потому что кроме здесь, ну, перечисленного всего, что мы здесь видим, да, мы еще знаем с вами, что «Орифлейм» — это официальная косметика конкурса «Мисс России». «Орифлейм» — это официальный спонсор Олимпийской сборной России. А «Орифлейм» — это официальный спонсор международной женской теннисной ассоциации, что в разработке косметики «Орифлейм» принимают участие нобелевские лауреаты. То есть реально здесь
это реально бренд номер один, хотя вот это вот, ну, как бы уже, наверное, не важно, да, когда мы покупаем вот и видим, что мы берем, да, где мы берем, что это качественно нам доставилось, минуя всякие подвалы, разлива, перелива и так далее. Вот, поэтому все здесь очень, ну, как бы все внушает доверие, на самом деле, я вам хочу сказать. И я вам еще хочу сказать такой момент, что бренд «Натуральная шведская косметика Oriflame». Это бренд, реально это бренд, это не просто Oriflame, это натуральная шведская косметика, вот полностью он так звучит. Вот к термину «натуральная косметика» разрешено относить собственную продукцию лишь двум косметическим компаниям из более чем 300 фирм, которые производят косметику и поставляют нам на русский, украинский, белорусский рынок, да, свою продукцию. Это Oriflame и Yves Rocher. И допускается это благодаря тому, что при производстве используется сырье и экстракты натурального органического происхождения. Но все, я думаю, что вопросов на самом деле уже здесь быть не может. Я могу петь дифирамбы и, в принципе, той компании, с которой мы все знакомы где-то с детства, да, где-то с юности. Вот. Но в целом, вот, в общем-то, вопросов нет. Если есть какие-то вопросы, можете спрашивать. Вот, я сейчас, смотрите, по рекомендациям по косметике и по макияжу для различных типов кожи, мы, наверное, перенесем это на следующий раз, потому что уже долго времени заняло. Я просто хочу еще сказать и как бы сакцентировать внимание, что наш новый бренд, да, новая линейка The One, которая появилась вот в прошлом году, да, ну это вот новый реально мейкап-бренд, который отвечает всем нашим с вами требованиям. Там три направления, то есть последние фэшн-тренды, да, мастерство, которое там предлагают, то есть в каждом каталоге варианты использовать тех или иных средств. Вот это три линеечки. Так, третья у меня спряталась, ну я вам и так скажу. Первый – это экстравыразительность, да, это вот это все, что у нас в бордовых таких вот упаковочках, вот, это модные, актуальные оттеночки, которые мы с вами, ну, именно я для ярких образов, да. Потом, это линеечка многофункциональность, то есть это то, что у нас находится в таких сине-фиолетовых упаковочках, да, то есть то, что, ну, это реально многофункциональные продукты, которые можно использовать для различных привлекающих внимание образов, скажем так. И которая суперстойкость, которая долго мы можем носить, реально суперстойкость, это вот эта серая или кофейная упаковка, которую мы знаем, да, вот, именно для... Ну, они самые стойкие, реально эта линеечка, она самая стойкая. Мы знаем, подводки в этой линеечке, да, у нас находятся, ну, как бы в этом сегменте для глаз, которые тоже суперстойкие. Поэтому, в принципе, хочу просто ваше внимание сюда обратить. Помады бледные, ну, я бы не сказала, что помады бледные, видимо, просто вы выбрали не ту помаду. В каталоге, согласна, сложно где-то сориентироваться, но в целом они практически соответствуют действительности тому, что... нарисовано в каталоге. Вот я тоже получила заказик, получила новую румяна, новую помаду, новый тональный крем. Вот, очень довольна. Сегодня сижу с вами в них, во всех этих. Мне соответствует, да? Ну, к сожалению, жаль, что так получилось. Действительно, фотопечать, она может не все передать. Но, честно скажу, вот, ну, на самом деле, как правило, все соответствует. И главное, смотрите не на самую темный оттенок тени, да? Вот, и реально берите лучше пробники сначала. Вот правильно, Нина подсказывает. Потому что помад очень много, и чтобы потом не передаривать кому-то, хотя тоже вариант. У меня, например, 4 сестры, еще двоюродных, они очень довольны, когда я им что-то передариваю. Вот, поэтому будьте уникальны, будьте в тренде, будьте в бренде Oriflame.
Также могу предложить вам еще индивидуальные онлайн-консультации по макияжу и стилистике, на которых мы с вами можем разобрать, в общем-то, и ваш цветотип, и сделать вам макияж, и по прическе, и по фигуре мы все проходим. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите на электронную почту, отвечу, да, как бы там все обсудим. Все, на этом тогда наш вебинар заканчивается. Продолжение по типам кожи и косметическим средствам для различных типов кожи в плане макияжа, да, мы перенесем на следующий раз, чтобы уже долго не затягивать, потому что тоже много чего интересного. Вот, поэтому рада была вас видеть. Всего вам хорошего. Раскрыли секреты для вас компании Oriflame и косметики. Вот. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Вы реально попали в хорошие руки.